И это ключики от квартиры. Глава активно с нами сотрудничает в выделении служебного жилья. У нас есть грантовая программа по соципотеке, когда доктора молодые со стажем категории приобретают себе жилье на льготной, очень льготной, выгодных условиях. У нас есть в районе программа частичной компенсации съема жилья. 10 тысяч оплачивает муниципалитет. Мы готовы обучать специалистов, то есть перепрофилировать. Допустим, если он имеет сертификат одного специалиста и готов учиться в том плане и на врача узкой специальности, на врача функциональной диагностики. Мы это все учим, заключаем с ними договора и активно будем работать. Ну, мы стараемся охватить все регионы. Последний доктор, вот, которого мы сейчас лечили, Кулич, к нам приехал с севера. И я надеюсь, он расскажет своим коллегам о том, что мы, у нас есть такая программа интересная, различная. Опять же, уровень зарплаты у нас чуть-чуть ниже северных, а вы знаете, что в севере высокие зарплаты. Вот. Мы даем докторам еще активную подработку, чтобы сохранить достойную зарплату, помимо тех условий, которые пытается нам помочь создать район для докторов. Добро пожаловать!